Сильвио Берлускони получил в наследство 3 миллиона евро от своей бывшей секретарши. Сообщается, что женщина 88 лет скончалась еще 3 недели назад. Мужа и детей у нее не было, и владелица 3 объектов недвижимости и 2 банковских счетов завещала все экс-премьеру Италии в качестве благодарности за годы совместной работы. Столь широкий жест вызвал волну обсуждений. Я напомню, за годы политической карьеры Берлускони в отношении него возбудили всего 80 дел. Его обвиняли в коррупции, связях с мафией, был он в центре скандалов сексуального толка.